Это система электронного обучения, которая предназначена для поддержки курса. Здесь находятся все материалы. Есть такой специальный раздел материала, который как раз и содержит основную и дополнительную информацию. То есть помимо аудиторных материалов, вот у них всех есть у каждого студента доступ вот к этим материалам. Здесь есть раздел задания, где задания также продублированы. Есть инструктивные материалы и есть раздел, который они оцененные задания, которые преподаватель уже оценивает. Есть журнал успеваемости, есть участники. То есть практически каждый студент, если он в силу ряда каких-то причин пропустил занятия, в любом месте может выполнить задание пропущенных занятий, которые он не смог посетить, и получить положительную, надеюсь, положительную оценку. То есть практически он может работать со смартфоном, с планшетом, с домашним компьютером, то есть никаких ограничений абсолютно. Включаешь и выполняешь, изучаешь тот материал пропущенных занятий, выполняешь задание, которое необходимо было сделать. То есть нет необходимости уже болеть для того, чтобы пропустить занятия или выезжать на какие-то мероприятия. То есть все занятия всегда с собой. В любом месте открыл планшет и работай.